Тува на втором месте в Сибирском федеральном округе по росту промышленности. Республика по динамике промышленного производства почти втрое опережает средние по Сибири темпы прироста. По данным Новосибирск стата, с января по сентябрь текущего года рост производства промышленной продукции в Сибирском федеральном округе составил около 4%. В Туве же промышленные отрасли прибавили более чем на 12%. Это второй результат по Сибири после Республики Алтай, где сложился самый высокий в округе индекс – около 40%. На третьем месте Красноярский край, в котором около 8% роста. Отмечается, что промышленность и в целом экономика Тувы сохраняет позитивную динамику с 2016 года, по итогам которого правительство России включило Туву в число 40 регионов с наилучшими результатами социально-экономического развития. И о курсах валют доллар стоит 59 рублей 25 копеек, евро 68 рублей 70 копеек.